Клинический пример номер 8. На клиническом примере номер 8 мы рассмотрим пример устранения множественной рецессии десны классического характера по Зукеле ротированно-корональным лоскутом смещенным. Обратите внимание на глубину рецессии, на наличие образий и, соответственно, выбор алгоритм был на двуслойную методику с применением аллогенного пластического материала для гингивопластики твердая мозговая оболочка. Измерение клинических показаний для заполнения парадонтальной карты толщины кератинизированной десны в области рецессии зубов. Измерение расстояния от режущего края до десны. Измерение расстояния от режущего края до десны в области зуба 22. Измерение расстояния от десны до режущего края в области зуба 23. Формирование лоскута и выбор дизайна. Обратите внимание вот на эти точки, которые это как раз вот те самые измерения, области которых уже проведены, отмерены и отложены. Дизайн разреза. Посмотрите, они сосочки хирургически совершенными стремятся к центральному зубу номер 23. Дизайн разреза. Депитализация анатомических сосочков межзубных. Измерение объема пластического материала твердой мозговой оболочки аллогенного происхождения. Подготовка твердой мозговой оболочки для пластики десны в области устранения множественных рецессий путем перфорации до ее регидратации. Вид твердой мозговой оболочки, подготовленный перед внесением в область гингивопластики. Внесение аллогенного пластического материала в зону устранения рецессий. Начало фиксации и примерки аллогенного материала для пластики десны. Фиксация пластического материала в области рецессии десны межзубными промежутками, узловыми швами. Демонстрация слизистокостничного расщепленного лоскута, фиксированного петлевидными обвивными двойными швами. Результат спустя 3 месяца. Видите, как себя ведет, да, пластический материал. Происходит его биодеградация с изменением формы и размеров объема ткани парадонта в зоне операции. Состояние ткани спустя полгода. Детальное рассмотрение, да, в области рецессии десны, где что. Обратите внимание, не везде резорбируемый шовный материал, которым была фиксирована мембрана для гингивопластики, твердая мозговая оболочка, не везде он резорбировался. Состояние ткани спустя 9 месяцев после оперативного вмешательства во втором сегменте. На слайде видно, как начинают уже выравниваться ткани парадонта. Состояние ткани спустя 9 месяцев. На фотографии видно изменившийся объем и структура ткани парадонта. Детальное изучение в области устраненных рецессий во втором сегменте спустя 9 месяцев. Обратите внимание, что зуб 21 имеет рецидив. Это связано с недостаточной мобилизацией тканей в области уздечки верхней губы. Состояние ткани парадонта спустя 9 месяцев. Устранена рецессия десны в области зуба 24, в области зуба 23, в области зуба 22 и частично устранена рецессия в области зуба 21. Измерение расстояния от режущего края до десны для внесения в парадонтальную карту спустя 9 месяцев. Измерение глубины рецессии десны в области зуба 22. Измерение оставшейся рецессии десны в области зуба 21.
Измерение полученной толщины кератинизированной десны в области зубов 23-22. Измерение толщины кератинизированной десны в области зубов 22. Измерение зубодесневого кармана в области зуба 22. Вы можете обратить внимание на глубину зондирования в области оперированной зоны. И также видно маленькое пятнышко крови. Это было проведено измерение толщины кератинизированной десны после операции. Да, это для заполнения парадонтальной карты. Продолжаем заполнять парадонтальную карту. Делать измерение. Это зуб 24. Состояние в полости рта спустя 3 года после операции. Обратите внимание на абсолютно стабильный результат во втором сегменте. Более детальное рассмотрение результата спустя 3 года. Обратите внимание, что рецессия, оставшаяся в области зуба 21, она осталась на том же уровне, то есть нет недостаток мобилизации, он так и сказался здесь. Рецессия в области зуба 22 устранена полностью, имеется эрозия, эрозия твердых тканей зубов, эрозия. Рецессия в области зуба 23 устранена полностью, есть даже дополнительный рост такой ткани кератинизированной десны в корональном направлении. Рецессия в области зуба 24 устранена полностью, имеется эрозия твердых тканей зубов. После проведения одонтопластики мы в области зуба 21 с пациенткой приняли совместное решение не переделывать, да, именно в области этого зуба уже повторно не оперировать, на одонтопластик и вывести там, где нужно. Тем более, что абразии требовали закрытия, все они достаточно глубокие. Вот и таким образом мы решили проблему. Также состояние во втором сегменте после одонтопластики, после полировки поверхностей. Состояние через месяц после одонтопластики. Я всегда приглашаю пациентов для проведения повторного осмотра, для того, чтобы понимать, что вмешательство в области зуба, в области коррекции, да, абразий никак не повлияло на состояние парадонта. Также демонстрация состояния тканей зуба и парадонта после одонтопластики спустя месяц. Фиксация результата. Вы можете наглядно увидеть, это любимые слайды для всех, состояние доисходное клиническое и состояние после. Обратите внимание, пожалуйста, на оставшуюся часть рецессии, да, небольшой процент в области зуба 21, полное закрытие поверхности корня в области зуба 22, полное устранение рецессии в области зуба 23, я бы даже сказала, что еще чуть-чуть больше ткани коронально прибавилось, и полное устранение рецессии в области зуба 24 с последующей одонтопластикой.